Я приветствую всех телезрителей нашего канала. В эфире телевизионный канал NEVS TV. И я, его ведущий, Всеслав Соло. В эфире 19-я передача, которая называется «Мир нашего подсознания» или «Верю, не верю». Я задумал эту передачу уже, ну, наверное, недели две как выпустить. Ну, так случилось, что я все время отодвигал съемки этой передачи по определенным внутренним и внешним причинам моей личной жизни. Что-то как бы постоянно мешало эту передачу выпустить. Но вопрос в чем заключается? В том, что оказывается, некоторые главные постулаты этой передачи, на тот момент, когда я задумывал вначале ее снимать, они были еще не додуманы в нужном аспекте, в логике подачи. А вот на сегодняшний день это случилось. Видите, как интересно. Если вы делаете вывод для себя, если вы что-то задумываете в своей жизни и по каким-то причинам вдруг обрушиваетесь в целую лавину каких-то невероятных порою событий, вот, цепочка которых совершается у вас на глазах, и вы ее активный участник, то не исключено, что то, что вы задумывали, требует от вас иного опыта, новых умозаключений и выводов, почему и начинается у вас активная жизнь. То есть получается, когда мы ставим себе какие-то цели, мы обязательно начинаем менять свою жизнь. Причем даже не столько сами, сколько эти цели начинают это делать. Ну, у меня, по крайней мере, это наработано так. У кого немножечко поменьше, то значит, этот человек просто живет меньше в мире собственного сознания. То есть ему еще потребуется какое-то время заниматься и входить в этот мир сознания. Вот мы плавно пришли к интересному выводу. Мы живем с вами в мире развернутого предметно-беспредметного сознания. Вот я могу смело сказать, я живу в своем, подчеркиваю, мире предметно-развернутого сознания. И каждый из вас, слушающий и видящий меня сейчас в этой передаче, тоже может также утверждать, что он живет в мире собственного развернутого предметно-беспредметного сознания. Что это такое предметно-беспредметное сознание? Ну, во-первых, любое сознание человека делится как бы на две составляющих, на две части. Первое – это его подсознание, достаточно известное всем, и его осознанность вокруг, дневная осознанность. То есть, вот мы находимся на предметных островах. Вокруг нас все предметизировано, можно подойти и пощупать, потрогать, взвесить, рассчитать и так далее, тому подобное. Но ведь все, что за границами видение нашего за стенами, за потолком, за лесами, морями, за горизонтами, за небом, за под землей. А все это тоже там есть где-то. Начни копать землю, и там что-то будет еще, да? Так вот, или полети в космос, и там будет открываться новая перспектива какая-то. Также и за горизонт переплыви на теплоходе, на самолете перелети, пройди пешком, на автомобиле, как угодно, но тоже будет что-то новое открываться. То есть, другими словами, пока мы видим эти горизонты и упираемся своим взглядом в стены, там, в небо и куда-то еще, мы видим только предметное, материализованное вокруг нас. А все, что за пределами того, что мы видим, оно еще у нас в голове. То есть, оно не материализовано. Вот почему я говорю, что мы живем в мире предметно-беспредметного сознания. Теперь, я думаю, я немножечко, ну так, по простенькому подходу вас уговорил понимать мир именно так. Уговорил или убедил, собственно говоря, это не важно. Важно, что то, что я сейчас вам объяснил, уже с немалым интересом рассматривается фундаментальными науками, и доказывается, что так оно и есть.
Ну хорошо, не будем сейчас лезть в дебри каких-то дискуссий, каких-то там споров, объяснений. Нам сейчас важно оттолкнуться от опорной точки. Вот мир развернутого предметно-беспредметного сознания. Значит, мы первое упомянули, помните, да? Подсознание наше. Вот о нем сейчас и речь. Ведь передача называется «Мир нашего подсознания» или «Верю, не верю». Напоминаю вам, да? Ну и давайте тогда рассматривать этот интересный материал. На мой взгляд, достаточно интересный. И важный во всех ваших начинаниях жизненных. Вот смотрите. Когда вы живете и что-то делаете, ну, к примеру, готовите борщ. Неважно, мужчина это или женщина делает, подросток там, или ребенок, которого обучают. Готовите борщ, и вдруг, ну, не все так, конечно, на это обращают внимание, но все-таки, я думаю, что все равно обращают. Даже если вот не своими мозгами, так сказать, прямыми, дневным сознанием, но в области подсознания, мы все равно на это обращаем внимание, понимаете? И там анализ происходит внутри нас, без нашего даже участия прямого. И вот когда мы, допустим, даже режем картошку для этого борща, то у нас же там какая-то определенная схема есть нарезки, для какого именно борща, или как мы их задумали порезать эту картошку для этого именно борща, ну и так далее, и тому подобное. А может быть, от нашего настроения сейчас эта нарезка вдруг не пойдет как положено, да, и минует какую-то схему, какие-то линии, по которым мы должны были ее разрезать. Линии, прочерченные заранее или подготовлены нашим подсознанием. То есть не совпало, не так, как мы хотели, коряво еще как-то. У нас сразу же настроение не очень приятно. Ну, мы берем эту картошку, бросаем в борщ и все равно готовим. Там еще что-то, третье, десятое. Скажите, этот борщ можно есть, если мы уже мы с вами не верим в него? Ведь, понимаете, подсознание как устроено? У него есть один единственный инструмент – для всех наших последующих в жизни материализаций. Оно может либо верить в то, что вы сделали, либо не верить в то, что вы сделали. Отсюда возникает сомнение. А раз сомнение, следовательно, что? Дискомфорт. Потому что выбор не состоялся. Следовательно, эта картошка, которую вы вот таким образом в сомнениях бросили в этот борщ, и породит дальше по жизни, по вашей, тоже сомнение, эта цепочка продолжится, вы скушаете этот борщ, подсознание будет в дискомфорте, не принимать его, естественно, могут начаться всевозможные какие-то конфликты, начиная с пищеварения, заканчивая просто чувственными какими-то спорами, скандалами даже на фоне борща, может, этот борщ просто пропадет, непонятно по какой причине, может, разольется, может, как-то испачкает вашу одежду или чью-то, ну, в общем, будут какие-то проблемы, или просто войдет в аналы вашей жизни, вы будете его кушать или скушаете, и он, как энергия, проявится негативно вокруг вас, притянет каких-то негативных людей, там, ну и так далее, и тому подобное. Вплоть до, конечно же, ухудшения серьезного, фундаментального ухудшения здоровья, не дай бог. Значит, получается, когда мы таким образом готовим, да еще потом машем рукой на что-то, или не только готовим, вообще что-то делаем, да, то употребляя это то, что мы вот так сделали в сомнениях, мы продолжаем эту цепочку, и она разрастается во все наши дела жизненные. Нужно вам это или нет? Думаете, конечно же, но я сейчас буду стараться очень многое пояснять вам, или, по крайней мере, главное. Передача не безразмерная, но главное, самое главное. Итак, не только же борщ, правильно? Вот вы выходите на работу, сделали шаг, два, три, десять, идете, спускаетесь по лестничной площадке и чувствуете, что ну не так спустились, но имеется в виду как-то, ну через шаг, вернее, через ступеньку как-то попрыгали и чуть не подвихнули ногу. А вы сейчас идете на какое-то, ну, к примеру, ответственное мероприятие, а может быть, на работу даже просто. Но все равно вот это вот начало вашего пути на работу уже что? Вывело в вас
дискомфорт. Вы понимаете, этот дискомфорт вошел уже в аналы вашего рабочего дня сегодняшнего. Понятно, что он обязательно как-то, ну, проявится, даст о себе знать. Либо в вашем здоровье, либо в отношении к вам начальства, либо в понижении зарплаты, либо вообще еще непонятно в чем, но обязательно может быть. Просто по дороге в метро вас толкнули, и вы там порвали куртку, не дай бог, конечно. Вот, короче говоря, всякое может быть. Ну, я беру такие уже глобальные примеры, на самом деле могут быть просто мелочи, а может быть даже крупные, вплоть до летального исхода. Даже такие бывают моменты в жизни, смотря у кого какая карма, и кто чего наработал, и кто чего достоин уже. И, возможно, вот эта вот деталь, что через ступеньку вы прыгнули не так, и дискомфорт у вас породился, она явилась всего лишь маленьким довеском какому-то глобальному, уже масштабному, ранее наработанному у вас материалу кармическому, который уже просто шарахнул так, что ой-ой-ой, да, у человека. То есть это может как раз этой доли вот прыжка через ступеньку дискомфортного и не хватало, чтобы вообще взорвать всю жизнь человека. Опять же, подчеркиваю, не дай бог, да. Значит, тогда мы с вами давайте думать. Что же происходит? Как же жить? Значит, что рассматривать буквально любой поворот своей головы, шаг ноги любой, да, значит, свои мысли, чувства, борщ там, я не знаю, ну, что бы вы ни делали, везде надо все, получается, контролировать, и ухо востро, ну, тогда вообще, наверное, с ума сойти можно, вы скажете, ну, куда столько энергии тратить? Я вам скажу, в общем-то, существует, ну, несколько как бы подходов. Давайте рассмотрим вот аналы того, что мы вот сейчас с вами взрыхлили как почву для вашего обучения в этом направлении, в направлении мира подсознания. То есть вот можно просто ни на что не обращать внимания, как подавляющее большинство профанов, непосвященных людей в таинство энергопричины, первопричины, вот живут. Можно так жить, просто вот. Ни на что не обращай внимания, как оно лякнуло, как пошло, так и пошло. Тут да вот так, да и вот так, да и плевать. А тут вот так, да и вот так, ну и начхать. И в конечном итоге, извините, так можно что? Без шаблонов, без каких-то линий, заложенных в подсознание, без примеров, скатиться до жарки, то есть кушать жареные гвозди, понимаете? Жарить гвозди будете тогда вместо пирогов или там котлет там и так далее, понимаете? То есть, таким образом можно деграднуть до сумасшествия. Не стоит, я думаю, так, и каждый из вас это тоже понимает. А как же в основном люди держатся? А они просто либо в дискомфортах, но не обращают внимания и живут потом в проблемах и не могут вылезти из них. Болеют, скандалят, убивают друг друга, ну и так далее. Либо они, если накакать на все, да, то они уходят потом в конечном итоге в бомжи. Социальная статистика, она уже просчитала варианты, почему вот человек в бомжах, если находится 8 лет, бомжует, то он уже потом и не хочет оттуда вылазить, потому что он уже привык деградировать, у него уже другой программы не существует. Нужно вам это? Думаю, нет. Значит, получается, либо идти в бомжи человеку, да, либо ловить дискомфорт, не обращая на них внимания, и жить в их замкнутом круге, сокращая свою жизнь и уничтожая себя. Вот, имея при этом какие-то примеры, линии в подсознании, навыки, и стремясь их выполнять, и все время плача молиться Господу и говорить, ну за что же ты меня так, я же вот сделал и вот так, как бабушка объясняла и так далее. Но ты же сделал это и получил дискомфорты, ты неправильно сделал, ты это понимаешь, но, вернее, подсознание твое понимает, но ты-то на это не обращаешь внимания, и ты живешь в этих вот проблемах. А еще третий вариант какой есть? Третий вариант – это творчество. Это творческие люди. Ну, вот смотрите, допустим, взять, если Карл Маркса, да? А он там, говорят, сидел за кухонным или кухонным столом, все в крошках, заляпано пищей там, и вот он писал свой удивительный, огромный, кстати, уникальный, я считаю, и во многом очень даже злободневный и на сегодняшний день капитал, да, то есть вот его работа капитал основная.
Ну, казалось бы, ну как он мог среди этих разных крошек, грязи там и неубранного помещения вдруг вот это вот творить и писать? А я вам скажу, что творческие люди, многие так и живут. У поэта может на столе быть неразбериха, там его в кабинете все зашаркано, обшарпано даже может быть, паутина может висеть, еще что-то бегает, живность какая-то, тараканы даже этого поэта, шучу, конечно. Вот. Но в любом случае, он почему-то пишет гениальные стихи, вот, и они всем нужны, и он известен во всем мире даже, может быть, понимаете? Даже я вам скажу, что в идеальном вот абсолютно европейского характера кабинете, может быть, и не написалось бы таких стихов, понимаете? Скорее всего, не написалось бы. Значит, получается, творчество, оно способно не обращать внимания на всякие вот эти вот казусы. Там грязь, нищету, еще чего-то. Творческий человек этого не видит. Он весь в идее написания там, стихотворения, пьесы, романа, рассказа, картины, если это изобразительное искусство, ну и так далее и тому подобное. То есть, другими словами, получается, можно тоже готовить борщ или спускаться по ступенькам утром на работу, и вдруг может не так спуститься, как хотелось бы, и не так порезать картошку, как задумано, как бабушка учила, или как ты вот действительно хотел это сделать. И вдруг дискомфорта не появится. А почему? А потому что ты будешь в творческом состоянии. То есть это вот я вам подсказываю первую, самую первую защиту, энергетическую защиту наперед, да, наработать состояние творчества. Творчество во всем, оно всегда приветствуется, и, в общем-то, не позволяет человеку, кстати, так уж сильно деградировать. Вообще он всегда вырвется вперед и идет, и выполняет то, что задумал. Так что ж такое вот творчество, самая главная его суть? А вот любое деяние человека, неважно, это вот нарезка картошки, или это, опять подчеркиваю, спускание по лестничной площадке через ступеньку, там, я не знаю, просто разговор с кем-то, а размышления какие-то, погладить белье там задумал человек или еще чего-то, неважно. Даже хоть в любви, в обнимашках с любимым человеком, все равно вот, творчество предусматривает прежде всего это что? Как вы думаете? Что предусматривает творчество? Вот в любом совершенно. Идею. Смысл. То есть в творчестве всегда присутствует смысл. Неважно, смысл ментальный, как это у поэта Гёте могло быть, там у какого-то философа Аристотеля там, и так далее. Или же это смысл чувственный. То есть ведь когда пишет стихотворение поэт, он может написать чувственное стихотворение, образное, да? Он может написать ментальных стихотворений, где будут образы на уровне идей, мыслей, там, направлений, да, ну и так далее, гигант, да, мышление человека. Так вот, в любом случае есть смысл, и поэтому, когда вот чувство движет, допустим, написанием того же стихотворения, я поэт, и поэтому мне ближе это, да, объяснить, то у человека есть смысл, он хочет сейчас написать о чем? О любви, о порыве к любимому человеку, да, его сердца, о том, как этот человек незаслуженно обидел его, допустим, и он хочет высказать ему свои чувства, чтобы тот изменился в этой обиде и извинился перед ним, может быть. Понимаете? То есть вот смысл-то у него есть, идея обязательно, и тогда он напишет великолепное стихотворение. А если у него нет смысла и нет жизни за плечами, он графоман. Он начинает с одной строки, да? Хотел написать за здравие, а закончил за упокой, а заканчивает непонятно чем. И вот графоман, он через строчку где-то бегает и даже может не выразить, что он хотел написать словами, а придется потом зачитывать стихотворение такому человеку и объяснять еще публике, что он имел в виду. Понимаете? То есть все-таки мы вернемся к поэтам, да, а не графоманам. Будем пояснять. Так вот, поэт, он обязательно имеет идею в чувствах своих написания стихотворения или же идею в мыслях своих. Понимаете? Значит, получается, имея идею приготовления того же борща, вы способны его приготовить творчески
И никакая конфигурация картошки, как бы она ни была нарезана не так, как вам и задумано, или как бабушка учила, не способна вызвать у вас ни тени сомнения, а значит дискомфортов каких-то, то есть отрицательных энергий. И борщ будет творческим, интересным, энергетически насыщенным. Так как же это делать-то? Как? А вот что значит идея? Ну, идея, допустим, жена готовит, да, борщ. Она хочет сейчас, чтобы ее муж получил прибавку к зарплате. Причем не корыстно, а вот она радуется, потому что тогда можно будет достроить там дачу быстрее, да, или там можно будет отправить детей летом на целый месяц, а то и два, какие-то детские, пионерские или там крымские, да, лагеря, где они отдыхнут. Понимаете? А, естественно, и родители от них отдохнут и смогут поехать, наконец-таки, в Анталию вдвоем. Понимаете? То есть очень много интересных вещей таких. Вот она готовит это борщ, но не корыстно, а именно вот вкладывает туда эту идею. Она как поэт его готовит. А если, конечно, она будет корыстно готовить, потирая руки, я сейчас сделаю борщ, нажремся, и все, извините за грубые слова, и все, и мы поедем в Анталию, а детей туда нафиг отправим в лагерь, да? Нет, она будет делать это как поэт. Она будет радоваться, что эти детишки поехали, и они получат удовольствие. Она будет радоваться, что наконец-таки она с мужем поедет и получит удовольствие. То есть она не как графоман, не как злодей будет готовить этот борщ, а именно вот так, на сердце, как поэт, понимаете? Значит, я вам рекомендую помнить, да, что творчество не подразумевает никакой корысти. Творчество не подразумевает никакой агрессии. Вот такой вот, чтобы убивать всех. Понимаете? Оно может быть устремленным, оно может быть упорным, оно может быть флагманом, доказательным, воинствующим даже, но не злодейским. Творчество не должно быть злодейским и корыстным. Это я так по пути вам немножечко подсказал, хотя это можно отдельно рассматривать в какой-нибудь из передач. Предложите варианты, поспрашивайте меня, возможно, когда-то я подготовлю подобную передачу. Итак, не будем отвлекаться, смотрим далее. Значит, получается, вот таким образом приготовленный борщ, он будет творческий и нормальный, у него будет идея. Поэтому конфигурация картошки не будет важна совершенно, потому что она под идеей будет любая такая, какая нужна. Понимаете? Но опять же, я вам скажу, все равно в нашем подсознании заложены определенные схемы той же нарезки, картошки там и так далее. Мы все равно будем стараться выполнять эти схемы, что вот именно так кусочки нарезать. То есть, ну, в среднем не просто картошки целые бросить, а вот там на 5-6 кусочков, да, пополам там разрезать и так далее. То есть все равно схемы будут участвовать, но любые отклонения от них, незначительные или там даже, может, значительные, они будут спокойно восприниматься человеком без всяких дискомфортов. Это и есть элемент или состояние творчества. Вот так я предлагаю подходить к выполнению любого вашего какого-то дела в жизни. Творчески. Когда возникают наши сомнения при любом деянии нашем, то тут же включается среда. Она начинает мешать нам жить дальше. То есть любые сомнения – это, как вот знаете, клавиша, как рубильник, да? Кнопка – раз, сомнение, и кнопка тут же, получается, включена. И среда на нас накатывает, наезжает, если выражаться современным языком, негативами. Ведь любое наше сомнение – это отрицательная энергия. То есть мы не хотим сомневаться, не желаем, потому что это мешает, это дискомфортит. Следовательно, действия среды агрессивны или активны. То есть среда активна и начинает нам что? Мешать выполнению последующих каких-то задумок, планов по жизни и так далее и тому подобное. Когда отсутствуют сомнения, то мы активны и у нас все хорошо. Вот вы даже можете себя попробовать там, ну, в банальном таком деле, скажем, как вот, ну, в интернете многие там, наверное, западают на сайты, где гадают там на разные ситуации, на любимого там и так далее. Попробуйте вне сомнений начать гадать, и у вас будет всегда выпадать то, что нужно положительное и нормальное. Как только есть сомнения, будут какие-то дискомфортные карты и всякая ересь. Значит, получается, любое гадание – это ересь вообще-то.
гадать нельзя. Потому что гадаете вы, значит, закрепляете сомнения, если вы в сомнениях гадаете. И если вы гадаете без сомнений, вы закрепляете что? Уверенность в себе. С другой стороны, получается, что гадать – это хорошо, закреплять уверенность. Ну, кто вам такое сказал? Дело в том, что пойди, говорится, проверь, сомневаешься ты сейчас или нет. И вот здесь вопрос, как понять, что ты не сомневаешься? Как понять, что у тебя четкая уверенность в своих деяниях? Как вы думаете? Да тут все очень просто. Но нет дискомфорта, в творческое состояние. А в творческом состоянии ты как бы на все смотришь со стороны, понимаете? То есть ты видишь объект своего деяния со стороны, ты не внутри, не дергаешься там, что не так получилось, а ты со стороны смотришь, и ты, как это говорят, кайфуешь от самого процесса, понимаете? И поэтому еще раз подчеркиваю, что когда вы одно дело кайфуете один на один с собой, там можете что-то исправить. Другое дело, когда карты еще вторично закрепят ваши сомнения. Допустим, вдруг раз, и вы в чем-то во время гадания сомневаться начали. Неважно, это гадалка, сомневается ли вы лично. Тут же моментально, кроме того, что вы сомневаетесь, еще эти карты или там еще что-то, кости брошенные, неважно, вот, они подчеркивают эти сомнения, то есть столбят их, дают им костыли, теперь они вправе жить вдвойне совершенными. А значит, вдвойне начнутся проблемы по жизни. Не ходите к гадалкам. Никогда. Не надо. Не дай бог вам быть сомнительным перед их лицом. Понимаете? Учитесь жить по-другому. Приходите ко мне заниматься, я научу вас, как жить без сомнений. Встает вопрос другого порядка. А как убирать энергетически или вообще, как убирать те сомнения, которые уже совершились? Ну, человек вот идет на работу, раз, пук, и у него дискомфорт. И что, весь рабочий день теперь что, на смарку выбросить надо? Что делать, а? Как вы думаете? Или же борщ готовит человек, да, и раз, не так порезал картошку, как хотелось бы. Что, сомнение возникло, у него дискомфорт, что, теперь борщ надо взять и выбросить. Я вам скажу, что да, это один из вариантов, конечно, да. Ну, такой грубый, примитивный, но он действует, он работает. Опять же, я не подчеркиваю его и не призываю вас поступать так. Но некоторые примеры приведу. Что получается, когда вы в чем-то вот сомневаетесь, не так пошло, то можно просто этот объект, ну, выкинуть, да, и начать все с чистого листа и заново какое-то дело. Иногда, кстати, я так поступаю, когда я чувствую, что вот материал уже насквозь весь, значит, пропитан такими энергиями. Вернее, поступал раньше, сейчас у меня другие подходы. То есть, да, иногда нужно что-то даже выбросить или отказаться, или от какого-то предмета, и все. То есть, борщ взял, пошел в унитаз, вылил, и дальше готовить начал заново. Также точно вернулся домой, да, лег в постель, разделся, закрыл глаза, поспал 5 минут, встал заново на работу, да, оделся, вышел и пошел. То есть все, да, это как бы был пробный шар, теперь пошел по-другому. И все получится уже иначе, естественно. Но опять же, это такое грубое, подчеркну, и примитивное, да, состояние защиты. Я же вам могу предложить немножко другие варианты. Вот знаете, вот в видео технологиях существует, я уж не помню, как точно называется, но типа вот опорных кадров такое понятие. Ну, то есть вот когда идет обсчет всего видеоматериала, да, то берется какой-то основной кадр опорный, на который, по которому, вернее, сравнивается там присутствие цветовой гаммы во всех остальных кадрах. Допустим, вот я сижу, да, перед вами, ведущий, видео обсчитывать как будет? Фон-то не меняется, да, значит, возьмет видео один опорный кадр, фон оставит такой же, с легкими изменениями за счет моих вот отклонений головы, да, а все остальное будет уже даже не считать, а прям такое оставлять, понимаете, опорный кадр есть. А только будет менять, что, мое личное изображение, и то в движениях, перемещать как бы его, да. Вот, значит, это и называется опорный кадр, чтобы как бы экономить как-то пространство там и упаковывать его. Ну, а что вот в реальной жизни, как это можно увидеть, как это пояснить вот в этой связи? Ну, все очень просто. Допустим, человек спускается на работу, вдруг дискомфорт через ступеньку не так ступнул. Ну, как вот народ иногда защищается, да? Там вышел из дома, что-то забыл.
как он, ему говорят, ну ты вернись, возьми, что забыл, и посмотри в зеркало, и он есть, да, и все нормально, и пошел на работу там или куда-то. Вот, это вот один из опорных кадров. То есть по этому опорному кадру будет отчитываться дальше следующее все. А это как бы предыдущее перечеркивается. Понимаете? То есть, ну, опять же, не только народные примеры, ну, приметы, но и собственные можно изобретать. Лучше изобретать даже собственные. Тогда ты будешь верить в себя все-таки, а не в коллективное что-то. Да? Значит, ты будешь более индивидуальным, харизматическим человеком. Харизма в тебе. В тебе и твоей судьбе будет присутствовать в твоей личности, в твоем характере. То есть, что может человек придумать? Ну, говорит себе, сейчас я, да, вернусь, да? Да ну зачем возвращаться? Ну, это уже народная примета, говорит, вернись и улыбнись там и так далее. Нет, он говорит, так, остановился. Дискомфорт, который есть, там возник. Зачем он ему нужен? Не нужен. Он говорит, сейчас я... Вот то, что я спускался, это была полностью расшифровка, то есть без стоп-кадров. Вот просто съемка идет, и все. И она будет обсчитываться по жизни как отдельная данность, да, от двери до вот этого момента, где он остановился. Вот он остановился и говорит, вот сейчас я делаю первый шаг, а я его делаю правильно, абсолютно, идеально. А в нем упакована вся моя дорога на работу и даже присутствие на работе достаточно положительное. Быстренько, мгновенно продумал. Без чувств, все свои положительные моменты на работе и дорогу на работу. И делает этот шаг. То есть, что он делает? Опорный кадр. Вот от этого шага теперь дальше все отсчитывается. А то, что было перед этим, да, оно было просто развернуто, без стоп-кадров. То есть, вот съемка как шла, так и шла, да? Если по видеотехнологиям сравнивать. То есть, другими словами, можно в любой момент все переначить. Вот этот его шаг, этого человека, куда он вложил энергию целого дня, может быть, это вот, знаете, можно увидеть и понять, как вот семя, которое помнит все дерево, когда оно вот начинает расти, это семя, и из него растет дерево, получается, семя помнит дерево. Также и вот этот шаг, это как семя, которое помнит весь рабочий день и дорогу на работу и так далее. Но мы его создаем сами, понимаете? То есть вот пошел что-то дискомфорт, да, возник, не так через ступеньку прыгнул. Остановился, произвел семя, да, породил семя, забеременел, породил его и пошел дальше. Все. А до этого это отдельная данность, отрезок жизни был. Все. И он теперь уже никак ни на что не влияет. То есть я вас чему учу? Что это тоже одна из защит, вот молниеносных таких защит, перестройка как бы мгновенная, да, энергетическая перестройка. Видите, получается, что энергетически можно вот так все исправлять. А, конечно, когда уже все совершено, день прожит негативно там и так далее, то чтобы его почистить, чтобы его ретроспективно по памяти вернуться и изменить как-то, это уже отдельные данности, отдельные уроки, отдельные понимания, навыки. Этому я учу, но это уже отдельные передачи, отдельные представления. Вот, а сейчас... Мы с вами еще вот интересный момент какой посмотрим. Получается, существуют своеобразные распаковки пространства и упаковки пространства, да? Значит, получается, можно в себе породить определенные даже какие-то личные, собственные приметы, которые будут рассчитаны на хороший, успешный какой-то, допустим, там, разговор с кем-то там или сделку в бизнесе. То есть какие-то могут приметы. Тогда у всех разные. Человек вот взял вот так вот три раза по плечу сделал, да? И вот так вот, да? Выкинул в сторону. Все, он весь негатив снял, и теперь он чист в разговоре, и его не заподозрит в корысти, в негативе, в агрессии и так далее и тому подобное. Ну, у каждого свои какие-то заморочки, и с точки зрения психиатрии, может быть, и выглядит болезнетворно. Но, вы знаете, это работает. Это работает. Поэтому, в общем-то, не спешите винить людей, которые немножко вот запали вот на подобные какие-то мероприятия, какие-то жесты, какие-то традиции, собственные приметы. Но, опять же, не надо всю свою жизнь, абсолютно всю, превращать в какие-то вот такие действия. Ну, тогда человек будет какой-то дернутый немножко, понимаете? То есть не стоит так себя уж слишком доводить до, извините, ну, наверное, энергетического маразма, да? Может быть, иногда это нужно в чем-то как-то, ну, чтобы ну, были какие-то спасательные круги, да,
спасательный круг там, 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 по жизни разбросаны они, да, вот, чтобы всегда можно к ним как-то прильнуть, как-то достать их, как-то опереться на них, к ним потянуться душой и спастись в какой-то ситуации, понимаете? То есть должны быть такие вот приметы, как спасательные круги. Но вот так вот полностью уже дерганному быть по жизни, не хочу ломаться по 100 раз, я думаю, что это выглядит не только смешно, но уже и болезнетворно. Не надо так себя уж загонять сильно. То есть, другими словами, вот подводя некий итог сегодняшней передачи, мы с вами делаем вывод какой? Что мир нашего подсознания основан на чем? Верю, не верю. Возвращаемся к этому теперь. Да? Верю, не верю. Получается, главный инструмент – это верю, не верю. Допустим, вы разговариваете с человеком, а ваше подсознание говорит вам, я не верю, что ты справишься с этим, вот что ты сейчас хочешь объяснить этому человеку. Ты не сможешь его доказать, что ты не сможешь объяснить. И ты уже начал неправильно объяснять. Видите, то есть подсознание тут же на ходу порождает какие-то сомнения. Учите свое подсознание. Входите в состояние творчества. Потому что когда оно не верит вам, у вас начинаются проблемы. То есть тренируйте. Вот этому надо тренироваться каждый день. Просто вот во всех своих делах и начинаниях. Смотрите внимательно, как со стороны, как бы, как вот, что скажет подсознание, оно верит вам или нет? Когда вы говорите, интонируете что-то, когда вы общаетесь, когда вы пишете какую-то там смс-ку, там, я не знаю, еще чего-то. Вот, неважно, вот верит вам подсознание ваше личное или нет, это главное. А верит, значит, у вас комфорт и радостное, хорошее, нормальное, положительное энергетическое состояние. Как только не верит, тут же начинаются всякие сомнения и неприятные ощущения. Понимаете? Негатив. Тогда задумайтесь, а почему это произошло? Почему он не верит? Может быть, стоит по-другому перефразировать себя перед человеком. А может быть, не стоит к нему сегодня в гости идти, ведь подсознание не верит, значит, я не готов. Может быть, надо переначить как-то мое отношение к этому человеку или к делу, которое я хочу ему преподнести, в которое я хочу, может, этого человека позвать. Понимаете? То есть, значит, смотрите внимательно, если вы вдруг, меняя что-то в себе, присматриваясь к тому, как среагирует ваше подсознание на то, как вы меняетесь, вдруг увидите, что подсознание вам начинает верить и верит, значит, что? Это тоже один из инструментов подстройки под ваше подсознание. Получается, можно еще защищаться иначе. То есть подыскивать свое настроение, да? Подыскивать свое намерение, подыскивать свои интонации голоса, свои энергетические проявления чувств и сравнивать с подсознанием, верит или не верит. То есть прислушаться, да? Комфорт, дискомфорт. Ну и внимательно начните себя так вести по жизни, это тоже один из инструментов, чтобы совершенствоваться. Я бы сказал, вот его-то я как раз могу вам рекомендовать, потому что вы сможете совершенствоваться, а это очень важно. Не просто защищаться, не просто что-то творить, а совершенствоваться через это. Вот такие мои подсказки. Получается, еще раз, да, возвращаемся к нашему подытоживанию передачи. Наш мир подсознания основан на состоянии верю, не верю. И я думаю, что название этой передачи мы прилично объяснили. В основном вам оно теперь понятно, и вы можете пользоваться этим материалом в своей ежедневной практике. В таком случае мне остается только вам пожелать самых-самых лучших совершенств в этом направлении. Уважаемые телезрители, размножайтесь, чтобы вас стало больше. Размножайтесь, зрители нашего канала NEFS TV. Мы ждем вашего совокупления. Размножайтесь. Еще раз, мира и добра, удачи и осознания себя. Всем.
Материализации мыслей и ваших желаний. Российский первоисточник, автор множества книг, высшая магия мысли. Вы можете научиться. Выходы в астрал, параллельные миры, энергологика бизнеса, телепатия, формула любви, дыхание сознания, магические операции. Школа вечеров Всеслава Соло. Контактный телефон 8 903 622 40.